Не только соблюдать правила движения, но и быть особо внимательным. Вот задача, которую предстоит решать автомобилистам региона уже в ближайшие выходные. Синоптики прогнозируют изменения погоды. В некоторых районах возможен снег. А как известно, вместе с осадками приходит и ухудшение дорожных условий. Так произошло ночью на федеральной трассе Байкал. Из-за гололеда движение по этой дороге было затруднено. Предупреждают спасатели и пешеходов. После снегопада необходимо более внимательно переходить проезжие части и надевать нескользящую обувь. Ведь гололед ошибок не прощает.